большой-большой привет, дорогие мои зрители и гости моего канала. Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне, смотрите меня. Я Людмила Бытакова. И если вы еще не мой подписчик, обязательно им становитесь. Я сегодня хочу вам рассказать о моем уходе за волосами. Что такого особенного с моими волосами, почему нужно рассказать об этом уходе? Ну, во-первых, вы спрашиваете, меня постоянные зрители мои спрашиваете об этом, потому что вы знаете, да? А если вы еще не знаете, коротенько расскажу мою историю вообще по рождению. Я темноволосая, но достаточно рано я посидела и очень долго красила волосы в темный цвет. Пока в какой-то момент я поняла, что седину закрашивать больше, ну, нет никаких сил, потому что она очень быстро отрастает. Получается, что вообще-то подкрашивать волосы нужно 2, а то и 3 раза в месяц. И мы с моим парикмахером приняли такое решение о перекрашивании меня в блондинку. То есть сначала обесцвечивание, потом перекрашивание. Это был долгий этап. И следующим этапом было для меня новое. А как сохранить вот этот вот блонд, холодный блонд, который, в принципе, мне присущ, потому что седые волосы у меня, они такие немножко серебристым отливом. Ну, то есть достаточно, ну, красиво смотрится, но все-таки это же седой волос. И мы немножечко подкрашиваем волосы, чтобы они были более-менее такого ровного цвета, насыщенного. То есть как поддерживать этот холодный блонд, при том условии, что у нас очень железированная вода. И если ничего не делать, то волосы зимой становятся вот с таким рыжим неприятным отливом. Летом волосы выгорают, этого отлива нет, а зимой есть. И если дальше такие волосы, да, железированные, покрасить краской белой, то оттенок получается зелененький. И вот и с моим парикмахером мы об этом говорили, и она предложила мне красить зимой более такой пшеничный цвет, но я вот почему-то сказала, нет, я не хочу, я вот хочу сохранить цвет. Ну и в общем мы начали искать варианты, а потом я начала искать все-таки шампуни, которые помогут моим волосам выглядеть живыми. А все-таки они обесцвечены, здесь еще много обесцвеченных волос, и все-таки они красятся у меня, то есть вот как и зимой, и летом поддерживать волосы. В общем, обо всем об этом я вам сегодня расскажу. Итак, начну я с того, чего у меня нет. У меня сейчас нет никаких масок. Я вам честно скажу, я не против масок, но я очень не люблю что-то носить на голову, долго с этим ходить. У меня нет на это времени, периодически нет мне на это желания. То есть мне нужно то, что делается быстро и эффективно. И исходя из этого, я подбираю такие средства, которые отлично работают, быстро работают, не повреждая волосы, делая его живым. И поэтому я выбрала для себя шампуни и бальзамы или бальзамы-кондиционеры, которые быстро делают волос таким живым, активным, в то же время подпитывают его. И я хочу вам первое, что показать. Это Джованни, это шампунь и бальзам, и кондиционер. И я говорила вам об этой парочке уже давно, даже тогда, когда была еще темноволосая. Но я подглядела эту парочку как раз на канале у Эстонианы. Я думаю, что этот канал очень многие знают, потому что Аня одна из самых популярных блогеров на русскоязычном пространстве. И я тогда попробовала, когда темноволосая была, пользоваться ими. Ну, хороший шампунь. Ничего такого особенного я не поняла. Но Аня там блондинка. И вот когда я стала блондинкой и попробовала этот шампунь, вот он мне очень подошел. Действительно, шампунь супер. Кондиционер вообще сказка. Есть еще в этой линейке специальная маска, которую нужно буквально 3 минутки подержать. Вот это мне подходит. Волосы роскошные, просто вот они рассыпаются. Вот просто они рассыпаются, они живые. Сегодня, кстати, специально ничего не делала, так, чтобы вот вы увидели, вот я помыла голову, а слегка ее, ну, обдула вот здесь у корней феном, чтобы быстрее просохли, и чтобы я могла уже записывать видео. Так вот, эта парочка, она очень хорошо работает, действительно. Вероятно, может быть, на блондинистых волосах это лучше видно, или он как-то специализирован для блондинок, но вот здесь я вижу эту силу волос, и я вижу эту эластичность волос. Вот эта парочка мне понравилась очень. Я не постоянно пользуюсь этой парочкой, потому что я люблю менять шампуни и кондиционеры вот под настроение, честное слово. Особенно если бываю в каком-то там, в какой-то поездке и вижу,
вижу шампунь или бальзам и чувствую, о, вот это мне надо точно. И почти никогда не ошибаюсь. Это привезли специально из Германии. Не для меня специально, просто привезли из Германии вот эту парочку. Это коллекция Бали. Бали. Я даже попыталась найти сайты, на которых вы можете хотя бы знакомиться с информацией о той продукции, о которой я буду говорить. Потому что не все продается в магазинах или не продается в каких-то странах, поэтому вот информационно будем с вами как-то так вот это определять. Так вот, Бали, и это шампунь для волос, именно для блондинок. Вы знаете, шикарный шампунь. Даже несмотря на то, что у меня вот обесцвеченные и подмоченные волосы, я хочу вам сказать, что иногда это зависит от воды. Если я дома в Юрмале, жесткая железированная вода, мне мало одного шампуня. Но если я где-то в поездке, если эта вода мягкая в поездке где-то, достаточно одного шампуня, и волосы красивые, с красивым приятным отливом. И вот его я могу действительно похвалить много-много раз. Вообще, это Бали, это марка Бали, это Бали Professional. Вот все, что мы покупали из этой коллекции, да, все очень высокого качества, абсолютно. А вот это бальзам, спулинг по-немецки, бальзам или кондиционер. Вот я точно не знаю, про витамин. Вы знаете, вот есть то, чему сегодня я хотела бы спеть оду. Одна из од как раз-таки к этому бальзаму относится. Ну или кондиционер. Кто знает немецкий, что такое шпулинг? В считанные секунды ты чувствуешь, что волосы становятся, ну когда наносишь, да, на мокрые волосы, что волосы становятся нежными. То есть это вот как раз-таки мой случай. Быстрая обработка волос. Быстро и качественно. И волосы очень долго сохраняют вот эту вот свою шелковистость, эластичность. Вот сегодня как раз-таки я пользовалась этим средством. Шелковистые, эластичные волосы. Ничем не намазано, не смазано, да. Ни маслами, ничего нет. Вот просто вымытые, высушенные. Очень хорошее средство. Я его очень люблю, оно у меня заканчивается, не знаю, где взять. Но более хвалебную оду все-таки я хочу отдать вот этой маске. Я покупала ее на Канарах, просто не зная ее, почему-то я потом увидела, что это она кератиновая, и она укрепляющая, она вообще номер один, реально она номер один, считается там в кругах. Знаете, как оно широко известно в узких кругах, вот это про эту маску. Но она реально того стоит. И она так прекрасно пахнет. Ее нужно совсем чуть-чуть. И волос просто так выглядит, как не выглядел у меня от масок, когда даже самых дорогих и самых качественных масок у меня не выглядели так волосы, как вот от этой нанесли. 3-5 минуток можно с ней походить, но у меня вечно нет времени, я этих минуток с ней не хожу. И волосы, вот тут самые крутые волосы именно после нее. И запах, такой остается запах, можно не пользоваться духами. Это знаете, вот когда запах, вот запахи, которые нравятся всем, да, то есть он не сладкий, он не горький, он не травянистый, но он вбирает в себя все ароматы. Одна из немногих пустых баночек, обычно я баночки пустые выбрасываю, которая хранится у меня, я хочу найти ее, я хочу ее еще раз купить и купить много, потому что она просто классная. Сегодня я мыла этим шампунем голову. Это уже греческий продукт. Когда мы бываем в Греции, на Крите, я стараюсь много купить греческой продукции, потому что мне очень нравятся их шампуни и их уходовые средства на основе оливкового масла. А вы знаете, что лучше оливковое масло делается в Греции, а самое лучшее на Крите. То есть все, что связано с оливками, а вот вся продукция, сколько я пробовала, ну нет ни одного негативного у меня отзыва и ощущения. Это специальный для объема шампунь, мы купили несколько. С ним одним, если я в Юрмале, в жесткой воде, мало, нужно добавлять маску. Если вода мягкая, то маски можно не добавлять. Очень хороший шампунь. А все ссылки я оставлю под этим видео обязательно, ссылки либо на магазины, где можно купить этот продукт, ну или хотя бы ознакомиться с информацией, да, либо вот на сайты, где есть информация, вы можете больше почитать, возможно, где-то вы найдете, купите.
продукции. Мой любимчик – это Ньютон. Это как раз-таки маска, бальзам и тонер в одном лице. То есть он прекрасно тонирует волосы, подходит для светло-русых волос и получается фиолетово-пепельный. Вот как раз раньше, когда все-таки желтый цвет на моих волосах появлялся, мы спасались с моим парикмахером вот именно этим, этой маской, маской-тонером. Это она мне ее порекомендовала. Есть разные цвета, и она пробовала на моих волосах, как это будет выглядеть, потому что вначале мы взяли один цвет за основу, но оказалось, что он мне не очень подошел, а вот этот подошел идеально. То есть здесь нужно пробовать, но она держится всего лишь 3 минутки, и если посмотреть сразу на меня, да, то после мытья мои седые волосы, они здесь вот, вот, сейчас у меня не крашеные, кстати, волосы, я пойду завтра на покраску, вот у корней совсем-совсем, это мои родные седые волосы, они становятся слегка фиолетовенькими, но за 1-2 мытья полностью смывается, но оно убирает желтизну, если такая желтизна есть. Сегодня я им не пользовалась, но желтых волос нет, сейчас расскажу почему. Но вот это, маска-тонер, она великолепна. Маска, она потрясающая. Можно и 5 минут с ней походить. Она волосы шелковые-шелковые становятся. И вот такой нежный-нежный цвет. Но с цветом нужно, конечно же, быть аккуратным. Чем дольше держишь, тем цвет будет насыщенней. Поэтому я и держала буквально 2-3 минутки, смывала. Не было желтого налета на волосах, а был такой вот слегка пепельный. Вот эту я очень вам рекомендую. Просто вот если можете ее купить, пробуйте. Они разных цветов есть, там целая коллекция. Сейчас улучшенная маска. Это у меня уже из старой коллекции. Но, в общем, действительно ее смело можно брать. Она супер классная. И все-таки есть один секрет того, почему мои волосы сейчас без тонера, без ничего, вот такие вот беленькие, при нашей железированной воде. Это то, о чем я буду снимать отдельное видео, потому что, когда я говорила вам о своих японских покупках, помните, я сказала, что есть продукты, которые заслуживают отдельного видео. Вот один продукт отдельного видео. И это как раз-таки вот этот продукт. Показываю вам только коробку, хотя это насадка для душа. Потому что сама насадка в душе. И не хочу вас дразнить, потому что буквально вот следующее или за следующее видео я посвящу целый свой вот ролик рассказе об этой насадке. Это ионная насадка, это японское производство, она с витамином С. И именно она, это сразу увидели все в моей семье, и муж, и дочь, помыв один раз голову этой водой, которая выходит из этой душевой насадки, что волосы стали живыми. Вот знаете, да, термин такой — живой волос. Чем у нас у всех разные волосы. У мужа волос вьется и очень такой толстый. У дочери пористые волосы и пушатся. У меня прямые такие, знаете, прямые палки, да, плюс еще покрашенные, окрашенные, намоченные. И у нас у всех одинаковая реакция. Они послушные, они мягкие. Плюс, если ты добавляешь какую-либо бальзам или маску, волос просто не узнать в хорошем смысле этого слова. Поэтому сейчас, ну, конечно, можно сказать, подразнила и не рассказала. Но потерпите немножечко. Потому что там нужно эту душевую насадку, а не действительно рассказывать, разбирать ее, показывать, как она собирается, как она действует. Ну и к тому моменту, может быть, волосы станут еще лучше. Ну, в общем, это душевая насадка просто фантастика. Да, сегодня то, о чем я рассказывала, я всему сказала высокую оценку, и все это фантастика, супер-пупер, но это потому, что я специально подобрала те средства для волос, и те маски, те бальзамы, шампуни, и вот душевую насадку, которые реально помогли моим волосам. Я очень довольна тем, чем я пользуюсь, поэтому я вам с удовольствием об этом рассказываю. Напишите, пожалуйста, что из тех средств, которые я показала,
известно уже вам, вы этим пользовались, и если можно, где вы это покупали, потому что не на все я нашла ссылки в интернете, может быть, вы подскажете, поможете. Скажите, пожалуйста, как вы поддерживаете красоту ваших волос, неважно, блондинка вы или не блондинка, просто, может быть, есть какие-то очень быстрые уходовые средства, потому что вечно нет времени, да, вот быстро что вы делаете, чтобы ваши волосы выглядели потрясающе. Конечно, поддержите меня пальчиками вверх и поделитесь видео в соцсетях, я думаю, что оно многим тоже может быть полезным. Но я, как всегда, очень рада была вас видеть. Я снимаю видео один раз в неделю, но я, знаете, я уже жду следующие записи. Думаю, ну скорее бы мне сесть и записать для вас видео. Это уже, знаете, это какая-то зависимость. И мне кажется, это очень хорошая зависимость. Мне она нравится. Рада была вас видеть. Как всегда, дарите миру любовь, как вы знаете, и обязательно ответит вам тем же. Ну а с вами была Людмила Бытакова. Всего хорошего. Пока-пока.